Когда качок идет после соревнований, уже все закончилось, жутко есть хочется. Стоит, значит, бабушка, продает блинчики, там эти пирожки. Бабуля, дай мне там два. Он два заглатывает туда вообще с трубой, говорит, дай мне еще три. Она ему дает еще три, он их туда опять закидывает. Потом говорит, бабуля, дай еще два. Она такая на него смотрит подозрительно, он говорит, дает ему два. Он последний, второй уже засовывает туда. Бабуля, дай еще два. Он говорит, сынок, может, не надо? Он говорит, дай мне еще два. Она ему дает, он говорит, такой, когда же вы наедитесь?